Получилось. Это Хейли и Манта. Они из Лиги. Привет. Ну, приступим? Сегодня рекламная акция шоу-дауну обсерватории. Все репортеры там. Мы заявимся туда, привлечем внимание, чтобы все узнали про авторазбор. И заголовки наши. Ну, погнали. Я еду с тобой. Thank you.
так круто! Эй, зацени! У меня на телефоне можно смотреть новости. Они уже прислали на место репортера. Помашите, чао-чао! Давай-ка за дорогой следи! Мы и так уже дел наворотили. Ну вот, только я начала веселиться. Так, вертушка-журналюк на хвосте. Улыбнитесь, камера. Все равно вечеринка была скучная. Вы чуть не задели мою тачку. Эй, чао-чао, мастерство не пропьешь. Все нормуль? Да, обошлось. Народ перепугался, но пострадавших нет. Как вы там, Ривьера? Ничего. Скучно. Ну, кто быстрее до авторазбора? Журналисты попались на крючок. Ведем их к авторазбору. Нужно держаться вместе, чтобы они не отвлекались. Ну, сколько еще нам нужно продержаться? Может, секунд 30. Как же мне это нравится! А я ведь даже не за рулем! Я не привык приходить вторым. Ну, водишь ты паршиво. Почти на месте. Осталось только проехать мост. Наконец-то. Когда там окажутся журналисты, операция копов полетит к чертям. Это будет круто. Сюрприз, Олухи. Копы? Как они вообще? Валим отсюда. Засада. Лукас? Лукас! О, черт! Нет! Ты цел? Обломы? Уйдите. Помоги его развязать. Ну что, кто это сделал? Это я. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но хватит, прошу вас. Отойди, дорогуша. Я только начал. Не надо. Он тут вообще ни при чем. Он вам не поможет. Она Каята. Знаешь, я слышал, твой брат был как заноза в заднице в прошлом. Но ты... Черт. Не впутывайте их, это все я. О, я знаю. Прекрасно знаю. Вы все совершили много глупостей. Очень много. Вы двое пойдете со мной. Прости меня, Лукас. Прости меня. Ничего. Эй, я два раза не повторяю. Нет. Прошу. Куда вы их ведете? Просто съездим в участок и поговорим. Сиди смирно. Мы выберемся.
Эй, участок был там. Куда мы едем? Заткнись. Смотрите. Вы нашли его. Как? Что значит «как»? Нас подставили. Кто-то вам сказал. Я хочу знать, кто. Мы ничего не скажем. Я не шучу. Говорите. Хотите знать, кто проболтался? Мы ни черта вам не скажем, пока нас не выпустят. Вы все скажете. Я ведь вас заставлю. А потом поеду к твоему тупому братцу. Будет ли он таким смелым, когда я разрушу этот сраный гараж у него на глазах? Сесть за руль. Мысли читаешь. Идем, идем. Нет, стойте. Одну минуту. Что она задумала? Всем постам. Офицеру нужна помощь. Возможно, авария на полуфинале. Тяжелая авария. Офицер ранен. Подозреваемые пытаются скрыться. Анна, быстрей! Отойди, дорогуша. Я только начала. Куда поедем? Есть одно место. Север Клаудбэнка. Только без фокусов. Этой тачке досталось похлеще меня. Эй, Декс, нужна помощь. А, да, что нужно? Твои ребята могут забрать мои тачки в кассе Ривьера и перегнать их на север Клаудбэнка? А, типа того, а в чем дело? Копы не спят, так что лучше не светиться. Ключи на крючке. Забери тачки и лови координаты, как выйдешь на трассу. Ты с Лукасом? Да. Хорошо, будет как надо. Куда мы, мать его, едем? В укрытие. Верь мне. Вы украли собственность полиции. Торрес, ваш план чуть нас не угробил. Просто отдайте ноутбук и не лезьте в это дело. Знали бы вы, что тут творится. Ну вот, теперь мне любопытно. А ну дайте ноутбук. Будем на связи. Это здесь? Угу. Ничего себе. Я сотни раз проезжала мимо. Что это за место? Когда дома было плохо, я приезжал сюда. Наверное, часто. Только до смерти папы. Лукас, что случилось? На одной гонке. Я мог не участвовать, но всегда хотел большего. Вот. Явились копы. Взяли меня. Дали сделать звонок. Папа ответил. Я был готов к скандалу. Даже перебирал в голове, что скажу. Но впервые в жизни он не кричал. Совсем. Просто молчал.
Повесил трубку. Прошло 3 часа, а я все ждал. Решил, что он хотел помучить меня, чтобы я одумался. Всю ту ночь в тюрьме я проклинал его. Желал ему всякого дерьма за то, что он меня там бросил. А утром пришел коп и сказал, что он умер. От приступа после моего звонка. Прости, что раньше не рассказывал. Ты жил с этим все это время? Да, как иначе? Лукас, не вини себя. Ты здесь ни при чем. Но если бы я остановился раньше, если бы я слушал... Все в прошлом. Сейчас ты с нами. Здесь. Вот что важно. Нас хотят разделить, уничтожить. Разрушить все, за что мы стоим. Все, что построил папа. Я им точно не позволю. А ты? Если будем бороться, то я как минимум обеспечу нас колесами. Да. Вот это дело. Это ведь тоже часть плана? Мёрсер хранил тут запись с нами. Значит, должны быть и другие. Достаточно, чтобы прижать его и доказать Лиге, что мы здесь ни при чем. О, черт. Надо как-то взломать пароль. Угадаем. У Мёрсера есть кошка? Притворюсь, что не слышала. Есть идея получше, гений? Есть. Ждите здесь. Что тебе нужно? Твоя помощь. Мне не нужна эта шумиха. Вас ищет вся полиция города. Потому что у нас есть шанс их разоблачить. Мы достали ноутбук с уликами, которые прячут Мёрсера за решетку. Вот только он защищен паролем. Это все? Секунду. Я отправила тебе программу. Положи телефон рядом с ноутом, разблокируют через пару минут. Ого! Спасибо. Надеюсь, все получится. Накрыв этих копов, ты окажешь услугу нам всем. А теперь вали. Есть новости? Сейчас пришлю программу для взлома ноутбука. Положи телефон рядом с ноутом, и Прога все сделает сама. Я получила. Выдвигаюсь к тебе. Скоро буду. Включаю динамик. Так, что-то происходит. Кажется, сработало. Да, есть доступ. Экран ввода пароля исчез, и теперь я вижу кучу папок. Есть! Ты гений! Не совсем. Но я знаю гения. Осталось нарыть нужные файлы и передать компрессии в качестве улики. Вот шумихи будет на телеке. Погоди, что это? Работает программа слежения за устройствами. Это что-то твое? Не знаю. Нет, вряд ли. Всем постам. Всем постам. 3:15. Известно местоположение подозреваемых, напавших на лейтенанта Мёрсера. Немедленно отправляйтесь на север Клаудбэнка. Ты слышишь? Они отследили ноут. Надо валить. Брось его здесь. Нет. Меняем план. Поедем прямо с ноутом и будем тянуть время, пока не отправим файлы прессе. Встретимся у торгового центра. Всем постам. Подозреваемый красный Порше. Направляется на юг из Клаудбэнка в Эджвуд-Вэлли. Диспетчер, принято. Начинаем погоню.
Джексон Уоррен, это вы? Мне казалось, спецгруппа днем не работает. Ради этих тварей возьму сверхурочную смену. Да, они нас засекли. Не тряси так! Ищи в папке документы. Я не силен в компах, ясно? Они нас убить хотят! Думал, дружки Мёрсера будут играть честно? Где ты? Близко! Мы будем рядом с торговым центром! Гони сюда, скорее! Приготовься! Так, я печатать пытаюсь! Делай, что хочешь, но не дай этим копам столкнуть нас с дороги! Принято! Лукас, как прогресс? Я нашел имейлы журналиста. Теперь осталось найти файлы, компрометирующие Мёрсера. Поторопись! Полегче! У-ху! Тут джекпот! Конфискации, тачки, даты, номера, айдишники, штрафы и везде имя Мёрсера. Отправляй! Перетащу всю папку. Принято, на запад приближается к... Тяни время! Машина пока в норме! Не молчи, Лукас! Загружается! На дорогу смотри! Приближается к форт Калахану. Машина уже дребезжит! Нам тут не сладко! Держись рядом, но не настолько! Лукас? Почти все! Движутся на запад, через форт Калахан. Поняли, 42-22. Мы в норме. Им придется постараться получше. Тут становится очень людно. Сколько можно прикреплять вложений? Да тут сигнал плохой. Сначала я слышу... Давай, детка, ты должна увести нас отсюда. Возвращайся, уравняем шансы. Остался 1%. 42-21, у вас есть новости? Диспетчер, субъект ушел. Продолжаю преследование. Лукас! А, все, еще 1%. Все. Ага, я видела! Тебе уже подготовили уютную холодную камеру. Не дать ей развалиться! Каменному карьеру Кракен. Принято. Отправлено! Получилось! Теперь выкинь этот ноут, чтобы они нас потеряли! Есть! Гони домой. Главная новость сегодня. Позор мундира. Старший офицер полиции подался в бега. Лейтенант Фрэнк Мёрсер, глава нашумевшей скоростной спецгруппы, исчез после отстранения от обязанностей в связи с обвинениями в коррупции. Это произошло после того, как в нашу программу новостей поступили компрометирующие документы. Полиция отказывается комментировать обвинения. Но, по мнению журналистов, дело касается вымогательства и грабежа в крупном размере во время уличных гонок, с которыми Мёрсер должен был бороться. В заявлении департамент утверждает: лейтенанту Мёрсеру известно об отстранении. Мы призываем его прийти с повинной
и помочь в расследовании. К другим новостям.